Получается, что я, ну, быстренько обдумала это все, накидала бизнес-план, приезжаю домой и папе выкладываю такую идею, что, пап, давай мы построим теплицу и будем выращивать лук на зелень. Тогда это было очень актуально, в магазинах этого не было еще, в супермаркетах. Ну и все. На следующее утро папа просыпается, говорит, когда начинаем строить. То есть вот эта вот вся огромная теплица произошла, грубо говоря, построилась за 2-3 месяца, и в сентябре-октябре мы уже ее запустили. А сколько стоит построить такую теплицу? Так, ну вот теплицы данные где-то лет 11 уже, 10-11. На тот момент мы практически своими руками, ну за исключением вот именно сварки, да, железного каркаса и отопления, примерная сумма тогда была 950 тысяч. Но это еще дешево, потому что мы стены делали из подручных таких средств своих, какие были. Сейчас постройка такой теплицы, я думаю, выйдет как минимум в 2 миллиона. В основном в нашей теплице выращиваются однолетние растения, которые высаживаются именно на дачах. Но мои любимые – это, конечно же, бегония, вечно цветущий. Цветок потрясающе красивый, абсолютно неприхотливый. Я его научилась выращивать в отличном качестве. А так у нас очень-очень много, большая разновидность петунии, гацании, агератум, антигуа, подвесных кашпо. Очень много. А расскажите, есть ли у вас в теплице какие-то эксклюзивные экземпляры, необычные сорта цветов? Есть. Покажите как раз нам, пожалуйста. Моя любимица, которая выращивается достаточно сложно и требует очень-очень длительного времени для выращивания. Это дихондра серебристый дождь. Она может опускаться до 3 метров в длину полноценным каскадом. Выращивается сложно. То есть некоторые растения, да, вот, например, агератум, его посеял, и буквально через 3 месяца его уже можно... Он готов к продаже. С дихондрой другая история. Ее нужно посеять, и только через год она наберет вот такую вот массу красивую. Мало кто ей занимается, потому что очень долго. Посев начинается уже с декабря месяца. Мы готовимся к летнему сезону с декабря месяца. Идет посев, высаживание, и основные продажи начинаются примерно числа с 15 мая. Заканчивается все это где-то в конце июня, бывает в начале июля. Большая часть у нас, наверное, уходит с теплицы. То есть у нас очень много оптовиков, которые приезжают и забирают здесь по оптовым ценам растения. Ну а также мы на центральном рынке, у нас есть точка, и там производится розничная торговля, как правило. Но и еще у нас есть заказы на город. То есть это очень объемные заказы. Нам приходится самим иногда и высаживать их. Наши клумбы можно встретить на Красном проспекте около синтетики. Мы высаживаем все время там огромную клумбу. Раньше она была из бархатцев у нас. В том году были шикарные свечки целозия. Всем очень понравилось. Свадьбу переходит дорогу и фотографируется. Частично у нас забирает сам город, который высаживает центральный район у нас. Тоже бывает, что им не хватает растения, они у нас как бы перекупают. То есть такие вот. За глобусом есть дом, мы каждый год его оформляем. Тоже там шикарные клумбы. В этом году пока еще не поступал заказ, ну, посмотрим.